Покончить с лотереей грин-карт призвал американский президент Дональд Трамп во время выступления в Национальной академии ФБР. По его мнению, это путь, по которому в США попадают худшие из худших представителей других стран. Администрация Трампа предлагает заменить случайную систему выигрыша на отбор на основе заслуг, а также запретить так называемую цепную миграцию, переселение к уже проживающим в США мигрантам, в том числе и с целью воссоединения семьи.